Максим Мякиш открывает наш традиционный топ-5 лучших голов тура. Его голевое чутье и умение подстроиться под навес позволило удвоить счет матча против Славии. Попробуйте в таком темпе игры так сильно пробить с лету. Ралхан Амиртаев из Слуцка поддержал тренд голов с подкруткой в дальний угол. Так он забил Нафтану. Чуть сложнее была ситуация у Алыкулова в игре против Минск. Гулжигит к отличному удару добавил грамотное смещение в центр. Отлично исполнил и Кабышев из Днепра. Его удар с наклевом и отскоком от газона невероятно сложный по исполнению. Отсюда и серебро топа. Ну а золото уходит Павлу Сидько. Его удар с левой в дальний и задал вышеописанный тренд. К тому же этот гол стал для минского «Динамо» победным в дерби буквы «Д». Поздравляем Павла!